Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как побороть закрытость перед людьми? Общаюсь, но как-то очень закрыто и настороженно, и как сохранить при этом свою индивидуальность и энергию? Такой у нас в данном случае получается вопрос. Ну, мне кажется, что ставя перед собой цель побороть закрытость, вы будете на ней фиксироваться излишне. При том, что, ну, наверное, закрытость, она все-таки нужна в определенной степени, и полностью избавляться от нее, пожалуй, было бы неверно. Поэтому здесь идея заключается в том, на мой взгляд, чтобы постараться увидеть, что для вас значит эта закрытость. То есть, если, например, вы насторожены, как вы говорите, вот, если вы, как будто бы ждете, ожидаете, да, какой-то угрозы, вот, то, конечно, надо в первую очередь увидеть, а что это за угроза. Может быть, для вас это имеет серьезное, большое значение, вот. И если для вас это имеет серьезное и большое значение, то, на мой взгляд, было бы, пожалуй, неправильно отмахиваться от того, что вас волнует, того, что вас тревожит, того, что вас как-то вот не оставляет равнодушным. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь довольно легко было бы себя в той или иной степени предать, вот, то есть, ну, правда, довольно легко было бы предать себя, чего бы мне, например, не хотелось, мне бы не хотелось, чтобы вы себя предавали, поэтому начать нужно, как мне кажется, именно с того, что такое для вас закрытость. То есть, что вы в это вкладываете, чего вы опасаетесь, да? Что для вас, представляет опасность в той или иной степени. И дальше уже смотреть. Следующий момент. По поводу чего вы общаетесь, по поводу чего вы могли бы общаться? Значит, с людьми. То есть,
Вам интересно именно общение с людьми? Или вам интересно вот что-то другое? Да? А то есть на этот вопрос тоже, как мне кажется, крайне желательно найти ответ. Потому что одно дело, если вы общаетесь с людьми, потому что вам интересно, ну, к примеру, там, не знаю, что-то для себя узнать, да? Что-то для себя открыть, с чем-то познакомиться. Вот. Ну и совсем другое дело, если вы общаетесь с людьми для того, чтобы как-то вот решить, ну, какую-то свою проблему. То есть это помимо того, что не одно и то же, вот, помимо того, что это разные вещи, вот, а это еще и довольно деструктивно, по сути своей, вот, ну, потому что вы таким образом, вот, на мой взгляд, вот свою проблему, да, которую вы пытаетесь решить, вы ее не решите. А следующий момент заключается в том, как мне кажется, что вы, значит, себя обесцениваете. Вы себя обесцениваете, и обесцениваете вы себя, на мой взгляд, достаточно сильно. То есть, на мой взгляд, у вас имеет место быть, ну, такое вот довольно выраженное, как мне видится, чувство стыда, вот, чувство, ну, как будто бы вот с вами что-то не так, вот, по моим ощущениям, по крайней мере, вот, и такое ощущение, что вы вот как-то находитесь в ожидании того, что вот, еще чуть-чуть, да, еще немножко, и вас как-то вот начнут не то обвинять в чем-то, не то уличать в чем-то, не то, ну, не знаю, гнобить за что-то. Как будто бы у вас в этом есть достаточно сильный, достаточно мощный, достаточно большой опыт. Вот. То есть я, конечно,
был бы рад не, быть неправ, я был бы рад ошибаться, но вот сейчас такая вот история. То есть это вот своего рода получается такая, такая неуверенность в себе, да, неуверенность в своих, своей ценности, наверное, в первую очередь, вот. То есть как будто бы вы вот не уверены в себе. Если вы в себе не уверены, то да, ну, с этим нужно, конечно, разбираться, это нужно исследовать, это нужно корректировать и смотреть, что там, смотреть, из чего именно сейчас, по вашему мнению, вот, складывается, ну, вот, такое ваше, к себе отношение, обесценивающее, конечно же, вот. А дальше, значит, вы говорите про энергию, про сохранение своей энергии и индивидуальности. То есть, почему-то вы думаете, что закрытость помогает вам, если я правильно понял, сохранить энергию, сохранить индивидуально. Ну, без закрытости, да, без этого вы обязательно, получается, ну, получается, растворитесь, обязательно растворитесь в другом человеке. Если я правильно вас понял. Вот. Значит, что здесь хочется выделить? Ну, наверное, первое. Это в целом, как вы пришли к такой идее, как вы пришли к такой мысли, это первое. Вот, значит, идея здесь заключается в том, ваша ли это мысль. То есть, ну, ну вот ваша, вы сами к этому пришли, да, или вот кто-то вас с этим познакомил, да, рассказал вам о том, что вот так. Вот, либо вы сами, значит, ну, возможно, что-то почувствовали. То есть вот как-то общаясь с людьми, да, и не будучи, значит, закрытой, да, вот, вы почувствовали, что у вас это, ну, как-то иссушает, вот, вы почувствовали, что вас это как-то, ну, приводит к тому, что вы без сил, вот, и так далее. А если это так, то здесь вопрос, пожалуй, касается в первую очередь, наверное, личных границ. То есть вот то, что вы ну, как-то вот
свои личные границы, да, вот, не замечаете, игнорируете, вот, привыкли, может быть, как-то, ну, жертвовать собой ради других людей, растворяться в них и так далее. Вот, ну, опять же, вопрос здесь заключается в том, а как бы ради чего вы это делаете? Вот. То есть какую проблему вы пытаетесь решить таким образом, таким способом? Вот. Да, было бы весьма интересно, если бы вы постарались на этом сконцентрировать свое внимание. Вот. Как было бы интересно и то, о чем вы хотите говорить с людьми. Ну, то есть, вот, в принципе, что вам интересно? Вот, ну, лично вам, что лично у вас вызывает интерес? То есть, что это? Ну вот, что вызывает у вас интерес? То есть, как-то вот, ну, как-то вот на это вам обратить свое внимание. Вот. Ну, по возможности, да? Это, на мой взгляд, очень-очень-очень ценно. Вот, на мой взгляд, это для вас прям такой вот достаточно, ну, достаточно ценный был бы опыт, чтобы вы сами для себя как-то это увидели. Да? Вот. Ну, постарались бы увидеть. Потому что сейчас есть такое ощущение, что вы не очень обращаете внимание свое на то, о чем конкретно вам, например, хочется, ну вот, общаться с людьми. То есть как будто бы больше вы общаетесь с ними, ну, не из естественного желания это делать. Вот, а из, ну, какого-то другого желания, опять же, это делать. И задача заключается, как мне кажется, в том, чтобы отделить одно от другого. Вот, чтобы, ну, вы смогли это сделать. Вот, и, как я уже говорил, да, ваша проблема, какими бы они ни были, решается отдельно, то есть вот, ну, ваша проблематика, какой бы она ни была, решается отдельно, вот. А вопрос взаимодействия с людьми решается один. Вот.
Так что, может быть, это из-за сверхмотивации вам сложно. То есть слишком много вы вкладываете в общение, слишком много вы ждете от него, слишком много вы ожидаете от взаимодействия. Вот. Может быть, в этом заключается ваша проблема. Ну и чтобы, как мне кажется, сохранить вот свою энергию, как вы говорите, на мой взгляд, вам достаточно просто слушать себя. Вам достаточно просто не делать ничего такого, что не было бы не в вашей природе. То есть вам достаточно именно прислушиваться к тому, чего мне сейчас хочется. Вот. Что мне сейчас нужно, чего я сейчас хочу. Мне кажется, что этого, в принципе, в целом достаточно для того, чтобы вам не потерять вот свою энергию. Тут, конечно, как мне кажется, довольно важный момент заключается в том, что вы подразумеваете под этим, что вы понимаете под энергией. Потому что разные люди, разные имеют в виду. Вот. И мне бы не хотелось, чтобы были, условно говоря, какие-то разночтения, да, и так далее. Поэтому давайте вот постараемся определиться, что вы вкладываете в энергию, что вы понимаете под нею. Вот. И тогда уже можно будет говорить о том, например, что делать. Её сохранить. Вот. Понимаете, да? Вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сейчас сказать. Ну вот, то, что мне есть вам сейчас сказать. С точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть, вот, и с точки зрения моих ценностей, которые я считаю важным. Вот. Я думаю, что прямо сейчас, вот если говорить о том, что вы можете сделать прямо сейчас, то я думаю, что прямо сейчас вы можете начать исследовать свои интересы. Вот прям буквально смотреть, а что же мне, в общем, нравится. Вот. Я думаю, что если вы это сделаете, то общение с людьми для вас
будет проходить как минимум гораздо легче, потому что оно будет, ну, более предметным, оно будет более таким, ну, направленным, что ли. Вот. А сейчас ваше общение с вот людьми, да, как мне кажется, ну вот, оно носит такой достаточно ненаправленный, достаточно неопределенный характер. Вот, ну, естественно, я могу ошибаться, вот, естественно, могу быть неправ, поэтому очень важно, чтобы на мой ответ вы сформулировали свою обратную связь. Вот. То есть, чтобы вы как-то посмотрели, в чем, по вашему мнению, например, что вам откликается, да, допустим, и что вам наоборот не откликается, допустим. Вот. И ваша обратная связь послужит фундаментом для индивидуальной работы. Ну, именно для дальнейшей работы с психологом. Вот. Если, конечно, это то, чего вы хотите. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь.